Разве вы не хотите, чтобы на вашем участке росла крупная и очень вкусная смородина? Для этого нужно своевременно подпитывать кусты, и мы рекомендуем сразу после цветения свести к минимуму азотные удобрения и вносить под кустик по чайной ложке суперфосфата и по 2 чайные ложки сульфата калия. Затем землю тщательно рыхлим и хорошо поливаем чистой водой. В это время смородине азот не нужен, поскольку растения бросаются в рост зеленой массы, когда в почве избыток азота. В этом случае плоды растут слабыми, невкусными, маленькими и кислыми. Рекомендуем вносить во время и после цветения такие подкормки по 3 чайных ложки, 2 раза с интервалом в 2 недели. А потом можно обработать кусты раствором гумата калия. Для такой подкормки необходимо развести 1 столовую ложку концентрата гумата калия на 10 литров воды и ведро вылить на 1 взрослый куст. Так подкармливаем все кусты на участке и повторяем процедуру сразу после завершения цветения 3 раза с интервалом в 1 неделю. Гуминовые кислоты будут работать в качестве естественного стимулятора роста и развития, улучшат усваиваемость калия, укрепят иммунитет растений, и урожай у вас будет на порядок больше, вкуснее и лучше, чем без подкормок. Эта тактика уже не раз проверена дачниками, и вам она точно поможет. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.